Главнее всего погода в доме, ведь когда в собственном жилье холодно, то жизнь сразу теряет качество. Поэтому каждый владелец частного дома, в котором печь является основным источником тепла и уюта, должен заботиться о ее состоянии своевременно. В Бресте домов с печным отоплением осталось не так уж и много. Как правило, они достаточно старые, чаще всего деревянные. Но не от того, насколько старо жилище, зависит его безопасность. Тому подтверждение дом Юрия Пивоварова. Чистота и порядок, а сам хозяин уверен – топка греет хорошо, а за ее состояние он отвечает лично. Претензий у пожарных не оказалось. Мы пользуемся один раз в сутки. Вот. Ну, в надежном состоянии она раньше была не это самое, но мы ее переделали. И сейчас нормально она топится, никаких это самое. Глядим, чтобы сажа не собиралась, потому что это очень опасно, когда сажа собирается. Может загорание произойти и всего. А так больше что? Нормально топим. Полная противоположность – второй дом, весьма знакомый пожарным. Хозяйку дома уже штрафовали, обещала вызвать печника. Но он к ней так и не дошел. Огромная дыра, замаскированная прислонкой, не спасает от летящих искр. Напрашивается вопрос, на что надеется безответственная домовладелица, топя печь каждый день. Ведь риск возникновения пожара увеличивается в разы. Сама женщина отремонтировать печь не в состоянии, но это не лишает ее ответственности. С 91 года эта печка. А вот в каком она состоянии, в каком должна быть вообще печь состоянии, почему она у вас не... А я знаю, что в каком хорошем состоянии, ну, а что я могу сделать, если вот я начала топить в этом году и кафель вылетел, все. Пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации печного отопления в городе Бресте за истекший период, не зарегистрировано. Но все же хочется предупредить, что именно вот правильная эксплуатация печи – это предупреждение загорания дома. Ну и в первую очередь это отсутствие трещин в печи. Выполнение всего оборудования – это и задвижки, и дверцы, чтобы были выполнены в соответствии. До беды иногда всего лишь один шаг, или в данном случае одна проигнорированная неполадка собственной печи. Ведь погоду в доме мы создаем сами, и сами же платим за свою халатность. Только плата в данном случае может оказаться слишком дорогой.